Пожар унес жизнь в Усть-Майском районе. Квартира, в которой произошло возгорание, была обесточена за неуплату. Жители квартиры использовали свечи, а также пользовались портативными газовыми плитами. Возгорание произошло на улице Куйбышева, села Эльдикан. К моменту прибытия подразделения через 2 минуты горели 2 квартиры. Самостоятельно покинули дом 29 человек. 2 пострадали, погибла женщина. Дом поврежден по всей площади. Все пострадавшие, значит, размещены в эвакуационном пункте. Это клуб «Радуга». Кроме этого, мы предусматриваем их размещение в дальнейшем у родственников и далее в интернате школы Эльдиканской. Также будет организовано при необходимости 3-разовое горячее питание столовой Эльдиканской школы. Ведется, значит, сбор информации по детям. Поступила утром информация, что 30 взрослых и 8 детей. Мы будем собирать вещи, будем оказывать материальную помощь, будем собирать документы. То есть всем погорельцам будет оказана посильная помощь.